Ничего себе, карабкается. Июнчик такой маленький. Спал себе, а теперь разбудили его, и он начал свою активную закапывать, типа. Все, закопался. Все, закапывается лол. Что он там делает? Прямо аж так шкрепет лапами. Прямо аж как-то так аж. Копает яму себе. Спать хочет. Блин, прикольно. Что он делает? Алло. Он сам понять не может, что происходит, типа. Вот же июнчик какой-то неугомонный. Типа как майский, только что, только, блин, передавил случайно, только без заднего хвоста. У майского сзади хвост, а у этого нету. Что-то он какой-то бешеный. Какой-то он бешеный. Да что? Что ж ты такой, блин, неугомонный-то? Алло. Какая тебя муха укусила? Вот прям ни секунды покоя. Вообще, ему надо куда-то вот вкарабкаться. Он, типа, ищет себе норку, чтобы заснуть. Все, типа, вкарабкался, успокоился. Спрятался, типа. Все, спит. Хочет спать жук. Все, воткнулся такой. И спит, типа. Сейчас поймет, что это не норка, и проснется. И начнет бегать. Ну, блин, колется, когда залазит между пальцами, типа в норку. Ну куда ты карабкаешься? Типа роет как землю. Надо его выпустить, потому что он очень хочет спрятаться. Прям таки аж не может. Но он чутка подустал. Уже не такой резвый.
Наконец-то угомонился. Думает, ладно, не удается закопаться, так посплю. С лапой все нормально, просто он ее подогнул. Так. Ой, блин, ох, жук, не везет тебе. Хотя он так валялся, что если бы там остался, бы по-любому кто-то раздавил. Но он маленький. Еще меньше был. Это тоже средний. Когда подрастет, по идее, еще больше будет. Наверное. Потому что я видел такого же, только очень маленького. Это тоже такой побольше. И по идее они должны быть размером как майские. Только без этой вот заднего. Без заднего. Вот сзади у майских такое. Острие, а у него нету. Нету острия. Так. Идем, идем, идем. Не особо он любит на руки. Майскому все равно. Все, 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 все закапывается. Залез посередине такой. Сидит. И нормально себя чувствует. Типа куда-то в лес между. В какую-то норку, типа. Так, ему спокойнее. Так. Такие вот жук. Жук, жук, жук. Жук. Ух, какой он. Ладно, надо его отпускать, потому что уже и ему надоело. И мне тоже. Прям какой-то вообще бешеный.
Ох, и жук, ох, и жук. Как ему не везет, он постоянно падает. Нет бы, как майский, залез бы на руку спокойно, на ладошку, вот здесь, здесь, все, остановись. Кстати, почему он не улетает, если он же мог бы вспорхнуть, типа, и улететь. Может, он еще не умеет? Норовит спрятаться. Ладно, пойду отпущу его.